«Москит», противокорабельный ракетный комплекс с крылатой ракетой 3М-80. В начале 80-х годов противокорабельный комплекс 3М-80 «Москит» был принят на вооружение эсминцев типа современной проекта 956. На этих кораблях было установлено по две щетверенные пусковые установки КТ-190. Кроме эсминцев проекта 956 и большого противолодочного корабля проекта 11556 «Адмирал Лобов», ракеты «Москит» получили катера проекта 1241-1. Ракетами «Москит» были вооружены уникальные малые ракетные корабли проекта 1239 на воздушной подушке. В морской авиации на самолетах Су-33 и Су-32ФН под фюзеляжем между мотогондолами может быть размещена одна ракета 3М-80. Противокорабельная крылатая сверхзвуковая ракета 3М-80 «Москит» построена по нормальной аэродинамической схеме. Комбинированная система управления в составе инерциальной навигационной системы и активно-пассивной радиолокационной головки самонаведения обеспечивает высокую вероятность попадания в цель даже в условиях радиопротиводействия противника. Для целей типа группы катеров или корабельная ударная группа эта вероятность равна 99, для конвоев и десантных соединений – 94. После старта ракета делает горку, а затем снижается до маршевой высоты полета около 10-20 метров. При подходе к цели происходит снижение до 7 метров над гребнем волн. Ракета может совершать интенсивные противозенитные маневры с перегрузками, превышающими 10G, которые завершаются за 9 километров до цели. За счет огромной кинетической энергии «Москит» пробивает корпус любого корабля и взрывается внутри. Такой удар способен потопить не только корабль среднего класса, но и крейсер. А-15-17 «Москитов» целую корабельную группу. Время готовности комплекса корабельного базирования к стрельбе от момента подачи питания на ракеты до старта первой ракеты 50 секунд из состояния повышенной готовности 11 секунд. Интервал стрельбы при залповом пуске ракет 5 секунд. Дальность стрельбы 90-240 км. Скорость полета до 2,8 маха.